Я вам открою одну тайну. Дело в том, Александра, что и я, и вы, и все люди вообще живем не на той планете. Мы инопланетяне, так сказать. Понимаете? Я поясню. Когда-то, очень давно, люди из далекого мира попали на эту планету и остались здесь волей обстоятельств. А потом родились наши предки, а потом и мы. Ведь это главное. Мы мучаемся над мелкими, никому не нужными проблемами. Мы тратим наши мысли и чувства впустую. Мы от рождения смотрим себе под ноги. Только под ноги. Помните, как с детства нас учат: смотри себе под ноги, смотри, не упади. Мы умираем, так ничего и не поняв. Кто мы и зачем мы здесь? А между тем, где-то глубоко в нас живет одно стремление. Туда, ввысь, домой. Тот далекий мир, откуда мы пришли. Где живут такие же люди, как мы. Только они дома. Счастливы. Мне даже кажется, что они иногда думают о нас. Им нас очень жаль. Вы этого не чувствуете? Вспомните, у вас не было такого чувства, что кто-то жалеет вас и ждет. Ведь почему влюбленные смотрят на звезды? Почему их так привлекает небо? И оно распахивается перед ними, как двери в бесконечный, знакомый мир. Почему нам с детства снится чувство полета, а потом к старости нам снится, что мы падаем вниз? Стремительно падаем. О, это чувство ужасно. Но вам это, очевидно, еще не снилось. Почему во сне мы говорим на языках неизвестных, совершенно свободно? Почему мы видим явственно удивительные ландшафты и строения, знакомые нам, и которых мы никогда не видели наяву? Почему? А чувства необыкновенные, яркие, горячие, которые мы забываем днем? Вам не случалось узнавать людей, которых вы никогда не видели прежде? Узнавать, когда в них знакомых, по одному движению, по запаху? А слова, обращенные к нам, которых никто не сказал? Нас зовут, просят о помощи, предупреждают об опасности десятки, сотни голосов. Откуда? Они у нас в крови. Если бы всего этого не было... О, если бы не было, разве стоило бы жить такую короткую жизнь? Короткую, как мгновение. Но за одну эту маленькую жизнь мы рождаемся и умираем десятки раз за многих других людей. Что это? Скажите, это фантазии? Но они больше, чем целая жизнь. Зачем мы их убиваем? Ведь для чего-то они живут в нас.